Названы знаки зодиака, которых ждет белая полоса в октябре – успех и богатство. Второй месяц осени обещает быть не только теплым, но и успешным для некоторых знаков зодиака. Астрологи уверяют, что в жизни этих представителей зодиакального круга начинается настоящая белая полоса. Близнецы. Начавшийся рабочий октябрь идеально подходит для перемен. Их необходимо внедрять в свою жизнь людям, родившимся под знаком близнецов. С начала месяца можно приступать к перестановкам и менять все то, что уже набило оскомину. Астрологи отмечают, что близнецы также смогут достигнуть личного счастья. Они будут привлекать внимание противоположного пола и заведут неожиданное знакомство. Стрелец. Удачный октябрь ждет и стрельцов. Представители этого знака зодиака столкнутся с очень интересными поворотами судьбы. Новые знакомства принесут перспективы, измеряющиеся в денежном выражении. Астрологи настоятельно рекомендуют не отказываться от потенциальных возможностей. В долгосрочной перспективе они могут кардинально изменить жизнь. Козерог. Результаты труда будут радовать людей, родившимся под знаком Козерога. Начало месяца – благоприятный период для строительства планов. Представители этого знака зодиака получат финансовую возможность для реализации любых начинаний. Определенные успехи будут наблюдаться и на личном фронте. По мнению астрологов, сейчас очень важно не бояться менять свою жизнь. Пережить непростые перемены помогут близкие друзья и родственники. Напишите в комментариях, кто вы по знаку зодиака. Понравилось вам это видео? Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые интересные гороскопы. Вы были на канале Мартиника. До встречи в новых видео!